Там ванну помогал поддержать, нужно, пока сантехник пришел, уже поднять там было. По следам самого женского дня или про сильных и спортивных мужчин. Я люблю единоборство, мне всегда это интересно и увлекательно. Рукопашный бой. Владеть обязаны. В Могилеве прошел чемпионат страны среди сотрудников МВД. Попав сюда, я решила, что мне нравится это делать. Шар в лузу. Профессионально. В Быхове открыли спортивную секцию по игре в бильярд. Всем привет, это программа «Спорт-М». Позади первая неделя марта, а вместе с ней и Международный женский день. Наша программа не могла пройти мимо этого события, и мы предлагаем вам посмотреть, как его отметили наши сильные и спортивные мужчины. В первую очередь, конечно, мужчина должен быть сильным, а не красивым. Стремиться именно, чтобы была хорошо развитая фигура, чтобы у него были подтянутые мышцы. Это всегда привлекательно, всегда это было модно, всегда это было актуально. Кстати, занятие бодибилдингом может прийти на выручку и в жизненных ситуациях. Машину не толкал, ну там ванну помогал поддержать, нужно, пока сантехник пришел, уже поднять там было. Ну а где же цветы, стихи и прочие нежности? Настоящие спортсмены могут сочетать в себе мужественность, силу и умение быть ласковыми и милыми. Я в клубе доведу порядок. Полы, полы, пыль сотру. Здорово, приготовлю завтрак. Салат и рыбу на пару. Куплю цветы, подвашу скатерть, возьму шампанское. Не пиво. Пусть усталость валит насмерть. Зато все сделаю красиво. Ведь есть солидная причина для столь стремительного старта. Хочу поздравить, как мужчина, любимых вас с 8 днем марта. Подводим итоги. Мужчины, остаемся сильными, ну а женщины пускай будут всегда красивыми. Дальше в «Спорт-М» расскажем вам, что в эти дни не только праздновали, но и играли, забивали и побеждали. Областное футбольное дерби, но по сути встреча хорошо знакомых друг другу футболистов. В Могилеве местный Днепр принимал шкловский «Спартак». За обе команды в течение матча поиграли и те, и другие. Статус товарищеской игры позволял это сделать. Интересно было наблюдать, как Сазанков забивал Журову, а Клещенок – Капанцову. В итоге старшие товарищи обыграли своих же со счетом 4-0. Уже в среду тут пройдет еще один матч – Днепр-Орша. Главком могилевской команды нагружает подопечных большим количеством товарищеских матчей. К старту сезона он должен знать, с каким составом будем возвращаться в высшую лигу. В женском чемпионате Беларуси по волейболу завершились первые матчи плей-офф. В 1/4 финала могилевский «Коммунальник» сумел выиграть один из двух матчей у шестикратного чемпиона страны барановичского «Атланта» и постарается вновь навязать борьбу уже на своей площадке. Напомним, серия длится до 3 побед одной из команд, пока счет ничейный 1-1. В чемпионате Беларуси по баскетболу могилевский «Борис Фен-Каласы» провел свой 24-й матч и одержал победу над витебским «Рубоном» со счетом 106-79. После этого тура наша команда продолжает укреплять свои позиции в таблице. Сейчас она на 3-м месте. 24-й тур 26-го чемпионата Беларуси по мини-футболу для могилевского «Форта» не сулил ничего хорошего. В гости приехала минская столица. Один из лидеров чемпионата без труда переиграл нашу команду. Итоговый счет встречи 2-6. Могилевчане по-прежнему на 11-м месте в турнирной таблице. Мы на чемпионате МВД Беларуси по рукопашному бою. Люди в погонах, для которых быть в форме – прямая служебная обязанность. Среди 12 команд можно легко собрать сборную страны. Я люблю единоборство, мне всегда это интересно и увлекательно, поэтому... А физические нагрузки уже привык за такое время, как бы их не берешь в расчет. Вот. Работаешь, получаешь удовольствие, соревнуешься. Вот. Ну...
Ну, да, сильнейший. Ну, на ринге сегодня за счет чего все-таки удалось победить? Которую победу? Ну, за счет характера и долгих пор тренировок. Я очень много времени посвящаю тренировкам, поэтому победил. Что касается хозяев турнира, по сравнению с минувшим годом, они значительно улучшили результат. Причина здесь кроется не в мастерстве, а в специфике учебного заведения. В институте молодые курсанты, и молодость не всегда побеждает опыт. Есть определенные сложности, потому что в других командах участвуют и те же выпускники академии, и те же выпускники Могилевского института, поэтому они свой профессионализм зарождали в этих стенах, а уже так получается, что отстаивают честь других подразделений. Несмотря на это, среди 12 команд институт МВД не затерялся. Итоговое 6-е место – хороший результат. Победу же праздновали сотрудники ГУВД Минского горосполкома, 2-е место у департамента охраны МВД, 3-е за главным управлением внутренних войск МВД. Шар в лузе. Загонять его профессионально теперь учат в Быхове. Здесь открыли первую в области бильярдную секцию. Молодым быховчанам идея понравилась, и они уже готовятся к первому чемпионату. Бильярдисты занимаются 3 раза в неделю. В секции 15 подростков, среди которых не только парни. Но так как у нас вечера проходят очень монотонно в общежитии, решила разнообразить свою жизнь. И попав сюда, я решила, что мне нравится это делать. Много кто любит играть в бильярд, потому что так как очень заворожительная игра. Всего месяц, как они взяли в руки кей, сейчас работают над техникой. Это просто игра, где нужно знать физические силы, которые нужно использовать, все умения, зрение, все. И просчитывать заранее? Да, ходы. Тренер Павел Андрианов с бильярдом давно на «ты». Теперь решил поделиться своим увлечением с молодежью. Для детей это хорошо тем, что это развивает глазомер, тем, что это дает познание физики, движения телом. Понятно, что это не какая-то сказочная, что-то иллюзорное такое, авантюрное. Это труд, который контроль, хорошая физическая форма. Идею создать собственную секцию бильярда подал глава администрации Быховского района Дмитрий Калеев. Место выделили в физкультурно-оздоровительном комплексе. Отремонтировали стол для русского бильярда, обтянули новым сукном. И уже планируют расширяться. Такое количество желающих обучиться этому элегантному виду спорта. Оказалось, что популярно для молодежи. И это новая форма. И такого раньше у нас не было. Поэтому с большим интересом ребята приходят и приводят своих друзей. Молодежь очень активно усваивает учебный материал и набивает руку. Многие даже берут домашнее задание. Есть идея в конце весны организовать в Быхове первый юниорский чемпионат по бильярду. И это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Увидимся на «Беларусь-2» уже в четверг. Смотрите «Спорт-М» и будьте сильными!